медицинское обеспечение массовых мероприятий, это всегда находится под пристальным влиянием Минздрава, Комитета по здравоохранению и Росполком. Вся зона проведения вот этих массовых мероприятий, прилегающая территория, была разбита на сектора. В каждом секторе была определена ответственность, в каждом секторе дежурили бригады скорой помощи, исходя из количества людей, которые планировалось там находиться. Были как пешие бригады, так и машины. Это позволило оказать помощь в максимально короткие сроки. На сегодняшний момент за медицинской помощью обратилось 10 человек. Именно по месту происшествия обратилось 6 человек, и четверо обратились самостоятельно в приемные покои больниц города. Когда это произошло, соответственно, все приемные покои были информированы о том, что возможно обращение пострадавших самостоятельно. Там все дежурные бригады были готовы. На сегодняшний момент в больницах остается 2 человека. Это 2 мужчины. Один 62 лет, это ранение щеки, его состояние удовлетворительное. И один мужчина, травматический перелом плеча, он тоже в состоянии ближе к удовлетворительному, никакой опасности для жизни нет. Остальным пациентам помощь оказана была амбулаторная, они отпущены домой. А 3 из них это было ранение осколками стекла, которое от разбитых окон. К сожалению, одна из женщин получила травмы, несовместимые с жизнью, несмотря на то, что бригада в течение нескольких минут прибыла, начала оказывать помощь, были сразу вызваны реанимационные бригады. В общей сложности 3 бригады оказывали помощь, но, к сожалению, такой очень редкий неблагоприятная ситуация, когда осколок повредил магистральные сосуды, сонные артерии и другие магистральные сосуды. То есть это считается травмой, несовместимой с жизнью, несмотря на все усилия врачей, к сожалению, спасти эту женщину не удалось.